Долгое время многие из нас полагали, что появление Blue Dragon на Xbox 360 превратит консоль в настоящую мечту любого поклонника японских RPG. Переполох, который игра вызвала в Японии, лишь подтвердил предположение. Тем удивительнее оказались достаточно скромные достижения проекта за пределами страны восходящего солнца, где Blue Dragon не смогла добиться заметного расположения ни у критиков, ни у рядовых пользователей. Что же стало причиной подобной неудачи? Попробуем разобраться. Перво-наперво неприятно удивляет сюжет. На удивление шаблонный и незатейливый. Три героя начинают с попытки избавить родную деревню от злобного монстра, а заканчивают борьбой за спасение целого мира. Кажется, мы такое уже видели. И не одну сотню раз. Само собой, дело не только в банальной завязке, подобную презентацию можно предъявить каждый второй RPG. Но ведь сценаристов Blue Dragon не хватило даже на вменяемые диалоги. Слушать или читать болтовню персонажей надоедает уже через час-другой. Другой заметный недостаток — явно заниженный уровень сложности и монотонность сражений. Причину первого промаха легко объяснить. Разработчики не хотели отпугнуть менее опытных игроков и в итоге переборщили с поблажками. А вот почему навевает скуку многочисленные схватки с монстрами, остается тайной за семью печатями. Тем более, что, собственно, боевая система оригинальна, интуитивна и в то же время чрезвычайно элегантна. Сами по себе герои в бою могут немного. Зато их помощники тени обладают поистине безграничным потенциалом и способны творить настоящие чудеса. С самого начала все эти драконы, фениксы и саблезубые тигры отличаются немалой силой и некоторыми познаниями в магии. А по мере того, как растет их опыт, увеличивается и число доступных навыков. Да-да, теней в Blue Dragon можно прокачивать, как и главных героев. Причем для каждой тени существует список доступных специализаций. И чем больше специализаций освоит та или иная тень, тем шире и смертоноснее будет арсенал доступных ей спецприемов. Еще одна отличительная особенность боевой системы Blue Dragon — возможность атаковать несколько групп противников сразу, если те оказались в специальной зоне поражения. Причем, если монстры плохо уживаются друг с другом в естественных условиях, они немедленно начнут грызню между собой, избавив игрока от многих трудностей. Кроме того, уничтожая разные группы недругов в течение одного боя, вы получаете шанс связать атаки в комбо-цепочку и таким образом получить больше опыта и для героев, и для теней. Впрочем, боевая система — не единственное достоинство Blue Dragon. Графика, пусть и не лишена определенных недостатков, просто великолепна. Мы, конечно, видели немало красивых игр на Xbox 360, но, тем не менее, такое внимание к деталям и грамотное использование спецэффектов встречается на удивление редко. Увы, броская внешность и оригинальные находки по части игрового процесса оказались уравновешены достаточно серьезными недостатками, что и не позволяет нам назвать Blue Dragon образцовой RPG. Хотя многим поклонникам жанра данный проект студии Mistwalker наверняка понравится.